США в среднем дороже, чем в Европе и в странах СНГ. Но это не касается недвижимости. Как профессиональные иммигранты, более 10 лет проживавшие то в Европе, то в Израиле, можем это подтвердить на собственном опыте. В южных регионах, таких как Флорида, где мы сейчас, недвижимость действительно стоит дороже, но тоже зависит от конкретного региона. Об этом я расскажу отдельно. Стоимость односемейного дома с 2-3 спальнями, в зависимости от района, штата, может начинаться от 10 тысяч долларов. Как, например, здесь, на границе Иллинойса и Айовы, в 3 часах езды от Чикаго. При вложении в него еще примерно такой же суммы, его стоимость возрастает уже до 50 и выше тысяч. Таким образом, недвижимость в США – это не только доступное жилье, но и выгодные быстрые инвестиции. Буквально за 3 месяца вы можете минимум вдвое увеличить свои вложения или же получать стабильный ежемесячный доход посредством аренды недвижимости на Airbnb без даже личного вашего присутствия. Еще одним плюсом приобретения американской недвижимости является гибкая система финансирования, именно возможность приобретения в рассрочку, причем не только в традиционном варианте ипотечного кредитования, который, кстати, доступен здесь и иностранцам, но и обычной рассрочки от собственника при определенном первоначальном взносе. Переходите по ссылке на наш сайт, чтобы посмотреть доступные варианты домов здесь и сейчас на севере или на юге штатов во Флориде. Также задать интересующие вопросы по недвижимости в США или ознакомиться с нашими программами инвестирования без приобретения недвижимости.